Мы космонавты из космоса, Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем всех жителей Мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летием независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой. Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы – частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем независимости Мексики. Felicidades! Viva México! Viva la Libertad!